Привет всем подписчикам мячей, с вами я Срок. Я продолжаю прохождение Valiant Hearts The Great War. И тут мы уже увидели, как падает дирижабль, и идем дальше. Нам тут уже дали собачку, играем мы за Анну. Это как бы наша медсестра. Тихо-тихо-тихо-тихо, мы проходим. Отличненько. Опа-на. Отлично, что-то из дерева целого какое-то. Так, давай, действуй. Опа-на, установили. Так, такое не годится, нам не годится. Заново. Так. Туда прошел, отлично. Оказываем помощь. Это кто ее отец или кто, я вообще не въеду. Это я, у меня с памятью проблемы, сюжет и все такое. Не сильно запоминаю это все. Ну, я думаю, вы же смотрите внимательно видео, так что вы знаете. Акупольчики, мою анестезийку. Ой, рано-рано. И жахаем. Пульку приходится доставать. Вот, три. Отлично. Идем дальше. Да, это, судя по всему, был отец Анны. Дирижабль развалился, но... А, вот он. Не забыл это чувачок. Ага. Так, это интересно. Жизнь и смерть Цепелинов. И вот это такие. Так, кто это? А, безображенный. Что же его с лицом? Тихо проходим. Отлично, отлично. Дальше. А вот он здесь на рычажок. Это сделать нужно вот так. Отлично, есть такое дело. Забрали рычажок. Вставляем это канидель. Тихо-тихо, вот какой-то третий объект. Сейчас уже второй объект.
Отлично. Просто отлично. Ух, ё! Это тут системка. Так, надо посмотреть, что у нас есть. Так, скрытый объект. Да, нам нужно получить медальку. Ты куда? О! О, сюда! Песик. Ага, нет, а баночка нам нужна, а не скрытый объект. И почему, может, сюда воды наберем, чтобы помочь Карлу выбрать. Давайте этого персонажа Карл. Лезем наверх. Так, 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 что у нас здесь? А? Ух, ничего себе! Вот как это применилось у нас. Это был взрыв, однако. Поднимаем эту канитель. Отлично. Тихо-тихо-тихо, бляха-муха. Фак. Отлично, все. Идем оказывать помощь нашему солдату. Ногу, мать его, заново, это ни хера не получается. Отлично. Вот это уже дело. Бля, за херь. Вроде бы все, да. Есть. Так, спрашиваем, где доктор? А, на самолете спаслись. Вот пидары, по-другому не скажешь. Набрал с собой инженера. Ищем их. Так. Что дальше? Ну, теперь будем говорить за этих двух челов. Отлично. Нет, да. Как бы очки пришли теперь. А, теперь нужно нам пробраться здесь. А, той же дороги, судя по всему, да? Ох, ёпт. Ну, в общем, как обычно. Так, так, так. Один. Так. А, чтобы перекрыть воду.
Один. А что такое? Два. А, вот. Четыре из этого перца. Все есть. Высушили мы. Я что-то вообще не просек, что мы играем за Фредди вроде или Фредди. Что это такое? Отлично, идем дальше. Два. Это 2-2-8. Так, отлично. Отлично, вырубляем его. Хорошо. Ручка. Так, забираем динамит. Куда нужно тушить? Что мы сюда? Идем подальше. Хорошо. Не то, да? А динамит, судя по всему, заваживать нужно. Или что? А вот он сейчас горит и рванет. Так. Так. Именно. Да вот, собака сейчас должна разрыть что-то интересное. Ну тут еще удивительного, это рычаг. Бежим назад, даем рычаг. Так, стой! Мне. Так. Отдал в рычаг. Прикольно играть сразу за двух персонажей. Сначала я это не раздуплял, но теперь все ясно. Открываем ворота для Фредди. Или как его там? Ага, вот он, честно, разрежет. И вот мы идем уже вместе. Он куда-то здесь. Нет, все. Мы идем все вместе. Так, что здесь? Теперь втулим динамитом вот этой ебуле. Блять, на нее нужно закинуть. Отличненько, чудненько. Ну, где? Лайбах. А вот так нужно. Не туда я закинул динамит. Еще динамитку давай. Нужно кидать динамиточку. В огонь.
Крути. Ай-яй-яй-яй-яй. Нет, тут-то. Еще давай. И вот, все, я сделал это. Я закинул все-таки динамитку. Попытки седьмой я это сделаю, скажу честно. Значит, тут мы взорвали. Не радуется. Возьмем еще одну динамитку. Так вот, мы видим машину Анны. Ну, вон и сам разбитый дирижабль. О, остатки от него. Сейчас мы должны все вместе собраться. Так, что-то тут нечистое. Солдаты. Это был Эмиль, звать его. Так, Эмиля освободили. Что опять страшно? Интересно. Ой, как это мило. Так, а мне еще... 21 февраля 1916 года, Вердо, Франция. Понятно. Что делать мне? Опа-на. Что тебе, носки надо? Будь тебе носки. Будут. Значит, тебе нужны носки. Понял. Ты что хочешь, и ничего не хочешь. Вот он носок. Солдафоны ничего не хотят. Понятно, порвать носок.
Судно 5 фестивалов, нужно чернила. Единички потом будем считать. Так, это у нас столовая. Собака что-то гавкает. На солнце кидали мы. Проходим мою посуду. Как видите, салат будет выдают хлеб. Да как я мере не холодно в майке зимой. Так, нужно взять хлеб, чтобы покормить голубя. Тут салаты не уменьшатся. Где? О, носок. Другой отдел, как я его не увидел тогда. Держи свой носок. Он мокрый, ёлк. Нужно посушить. Теперь сухой. Держи. Благодарю. Тут я видел секретную записку. Это карты. Прикольно. Так, надо написать письмо. Ага, у нас нету чернила. Я чернила здесь, у нас нету пера. Что делать дальше-то? Так, пытаемся открыть подсказку. Я, короче, не мог догадаться, как же положить, что голубь. Я проходил мимо хлеба, зажал альт, и вот. Вот я, собачка перед хлебушек. Да, вот я. Я долго что думал, рвался подряд. Вот теперь забираем первого голубя. Так, хлебушек. Голубейка садится. Опа, вот и перышко выпало. Забираем, отлично, и можно написать письмо.
Тихо, серьезно, бомбят, бомбят, бомбят. Копадла текаем, бля. А, бомбят. Бухайте. Пролетели. Ух, ехай. Пиздец, так пиздец. Так, что интересно. 18 месяцев спустя. Конечно, это выросло. Короче, прок. Вероден. И награды. Бля, почитал факты. Бежим теперь заново. Как, сука? Неужели я добрался до... Ага. Говори ко мне, блядь, хуярит, сука! Пиздец. Добрался, а нет. Сразу. Так. Да, блядь, это что за хуйня со мной? Вообще мазь не идет. Ебула. Добрался я до сюда, тут динамита до херища просто. Бля, меня уже убило, та ну нахуй! Это бесит. Блядь, я добрался вот до какой-то херни. Звонят в атаку, что ли? Может, вы как-нибудь подвинетесь или что? Так, попробуй пойди сюда. Так, артефакт. Свисток. Так, смотри, я уже собрал. Что с этой херней делать, а? Ну, а дальше нет. Ну, я нашел, вот нужно перерезать эту херню. Отлично. Берем дровишечки. Теперь кидаем сюда. Отлично. Погнали. Дрова нам тут еще пригодятся. Берем на всякие пожарные. Ебанулись. Ну, с кем не бывает. Идем дальше. Ладно, солдаты идут по уровню со мной. Но я как бы не самый главный, но ладно. Держим. Личненько. Нет, нету полета, да? Угу.
Нету колеса, однако. Так, если ты эту херню кинь сюда. Нифига не будет. А если... Ладно, сейчас порешаем. Ну вот, я нашел. Отсюда было просто пробить. Немножко раскидать мозгами. Ставим колесико. Отлично. Утягиваем херню. Так. До конца. И погнали. Отлично. Вперед. Гранаты. Накидывать гранату. Сюда одну. Думаю, хватит. Нет, не хватит. Хватило двух гранаток. Идем дальше. Тут к тому же немцы. Так, перезарядка, быстро-быстро перебиваемся. Ждем. Так, отлично. Ух, ёлка убила меня. Вот сучка. Заново закидываем. Нет, подождем, подождем. Отлично. Просто отлично. Мины падают, нужно лахать. Ему в убежище, отлично. Что внизу? Хлопок. И нифига. Да, трусит писец из бомбоубежища наше. Бинокль. Что? Ага, пушки. Сейчас будет вам лезть. Седальная ракета. А, вот он. Гранатку мне принеси. Просто отлично, да. Да-да-да. Ух, ёп. Система, так, система, но нам... Так, граната, думаю, сбить... ту фигню, но мы посмотрим, что есть у нас здесь. А?
Так. Я выкопал все, что можно. Ключи какие-то. Отлично, отлично. Вот тут все. Идем назад. Так. Открываем. Это дело. Есть. Нужно где-то зацепить колечко. Перепустим сюда. Сюда. Телефон звонит. Звонят. У меня нельзя не стрелять. Все ясно. Все понятно. А следов еще нету. Отлично закинул. Берем эту штуку. Да, я нужно подцепить сюда. Да бляха муха. Сюда же цеплять ее. Так. Опускаем. Поднимаем. Заряжаем. Отлично. Так. И можно тушить только потом. Калиб. Вот это у меня. Почему он стреляет? Я вот одного не понял, либо это указывает цель, либо поэтому стрелять не нужно. Не дойдет. Перелет. Тоже стрелять. Угу, показано, почем нужно стрелять. Ну хоть по одному я попал. Хоть что-то радует. Тем временем Берденский мясорубка продолжает.
1000 битв за месяц. Охренеть. Ну что, пошли. А 17 мая 1916 года Доумен, Франция. Погнали. Так, здесь покажешь длинное поле. А здесь высота, да? Ну, не прошли, самое главное, да? Вот это да. Это жестко. Где наша собака? Какая-нибудь цунами? Да, не удаляется с патронами бесконечно. Охереть. Ладно, идем назад. Ага, понятно, понял. Понял я эту фишку. Собаки нету. Ну все понятно. Теперь что за вас значит заново? Ладно. Ага. Все ясно. Я кое-что просек, друзья. Смотрим. О, так. Вот здесь ничего нет. Кажется, здесь можно попасть. Да, вот. Ага. Задохнулся я, да? Ну ладно. Но нужно что-то думать. Так. Смотрите, подходочка открылась. Угу. Так. И вот уже дальше продолжать копать.
Отлично. Тихо. Вот. Угу. Очкование. Блин. Смотрите, до чего я уже докопался. Вызываем собаку. Она вылазит здесь. Мы собаку посылаем туда. Собака вылазит прямо. Кликает солдата. Огонь засает. Отлично. Мы идем вниз, пропробуем все дорогу. Офигительно, чудесненько. Так, факты. Форт Дуамон. И аниме Луда. Это будет жестоко. А, фак. Факин чет. Лопатами и все дела. Так, нафиг это сюда везу, сам не понял. Ладно, не трожь. А чуть-чуть пособираю. Это чебурек ждет чучело. Так, поднимаемся вверх. Что у нас вот это за штука? Нет, там. Какой-то секретный объект. Слазим. Да, рычаг. Тут еще одна подсказка. Ага, вот что оно. Понял. А я-то думаю. Ставим эту хрень сюда. Отлично. Выжигать. Есть огонь. Относим эту штучку назад. Ну вот я сделал, и этот тип задохнулся. Отлично, что можно сказать. И что теперь?
Нужен динамит. Думаю, собаку же не спалят. Нет, собаку не спалят. Посылаем собаку за динамитом. А нет, надо расфигарить это все дело. Так, что-то я на динамит, кажется, огня горит. Очканул. Все. Пока лезь в бирку. Мы спускаемся сюда. Так. Поднимаемся наверх. И там мы выберемся уже. Вот наверх. Что пока дело? Дело свое. Отлично. Мы еще шпопнем сзади. Типа раскопать не может. Плохо очень. Очень плохо. Слазь вниз. Вот этих шкачек. Так, ну, второй должен что-то быть. Ага, должно. Аж нифига. Есть. Так, это нужно было дело вот так сделать. Так, два. Сюда иди. Еще дверь должна взорваться. О, нет. Да, есть. Есть такое дело. Погнали дальше. Так, так, так. И сюда. Пробежал я. Отлично. Ты вроде дверь подорвалась, да, подорвалась дверь. Можно идти дальше. Так. Опа-на.
Так, как это так? Ага, ну я понял примерно, что за это дело. Бля, перелетела. Неужели я закинул с големой динамит? Да. Фух, я это сделал. Пидор сейчас по-любому бежит. Ну, это было предсказуемо. Фредди или Фредди, как его нам нравится. Короче, это тип злой, на которого играем. Тык-тык-тык-тык-тык. Что у нас здесь? Я примерно ясно. О, блин. Ну, бля, не туда, сука. Хотя бы. Так, ну. Ладно, сейчас что-то попробуем замутить. Пидор, тихо. Дебил, по пиздец, я поражает просто.
Ой, бля, все заново. Ой, голова. Ну вот я просел, нажал единичку. Опа-на. Переставляем эту хрень. Теперь кидаем вот так. Отлично. Просто отлично есть. И динамитку захватим на всякий случай. Так. Эти упырьки тоже спетляли уже. Но нам все равно. Мы их и так догоним. Опа-на. Руки вверх. Все понятно. О! И все. Сидел один и похоронил. Бать, да, ёпта. Нужно петлять за тюрьмой. Ой, теперь от этим типа. Ну и тебе, наверное, уже пора в следующем выпуске, потому что я уже устал что-то играть. Мне тоже как бы настроение играть. Все будет в следующем выпуске. Так что, вам понравилось видео, ставим лайки, комментируем. Мы будем знать с вами, что вы смотрите. Всем пока, с вами был Срок. До скорой встречи. Ты еще много, 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 много лайк.